Приветствую всех, с вами Маркелов Борис. Вы это видео, скорее всего, видите в чате стратегии 8.100. Это стратегия, которую мы выбрали первоначально, то есть не первоначально, а вот потом уже в процессе работы. И сейчас я объясню, как это будет все выглядеть. Смотрите, мы организовываем новую ветку. Мы не уходим с нашей, со старой ветки, но мы организовываем, кто-то из нас организовывает себе кабинет. Вот. Этот кабинет мы пополняем на 0.05. То есть вот у нас кабинет по 0.05. Потом эту ссылку я даю человеку или кто-то дает человеку, а под него, соответственно, встают еще 3 человека. То есть мы начинаем выстраивать вот такую стратегию. По 3 человека. И, ну, как вы поняли, это по маркетингу. Под первым местом могут стоять только 3 человека. Они также заходят сюда. Они также заходят сюда по 0.05. И здесь тоже. Здесь тоже 0.05. Видео, возможно, будет длинное, но хочу объяснить всю стратегию. Смотрите, когда вот люди под первым кабинетом активировались, соответственно, первый кабинет активирует второй уровень. Далее продолжается движение, именно мы работаем по первой ссылке, чтобы у нас кабинеты шли равномерно. Сразу говорю, что здесь не будет халявщиков, здесь должны быть только активные люди, поэтому я и записываю это видео. Здесь тоже так же люди встают. Под эти 3 кабинета встают 3 человека. Ну, вы так поняли, что художник из меня не очень, но тем не менее, чтобы вы поняли. Вот. Здесь встают тоже 3 человека под эти 3 кабинета. Соответственно, эти кабинеты, получая по 0.05, вот здесь. Вы активируете второй уровень. Второй уровень, соответственно, первый кабинет активирует себе третий уровень. И так далее мы продолжаем. Ну, соответственно, под этими кабинетами, как вы поняли, еще там будет 27 мест. Почему мы работаем именно по первой ссылке? Я думаю, если нас будет человек 5, 6, 7, мы достаточно быстро разовьем вот эту структуру. Даже, возможно, не за 8 недель мы это сделаем. Мы, может, это сделаем и за месяц. Но, опять же, мы работаем по стратегии по 0.05 этериумов. И каждый последующий уровень, который будет вставать, они будут делать те же самые простые действия. Когда мы будем работать по первой ссылке, у каждого будет первая ссылка, у каждого вот из этих людей будет своя ссылка, но лучше работать по первой ссылке, вот по головному аккаунту. Соответственно, эти все люди равномерно будут распределяться по структуре и равномерно люди будут активироваться на 0.05, на 0.015, на 0.45, на 1.35, а там уже будем смотреть, что мы будем делать с 5, 6, 7, 8 линии. Потому что вот эти люди, которые у нас получаются в первой линии, мы с ними пойдем. Когда деньги у нас уже будут на счетах, мы с ними уже пойдем на 5 уровень. С этими людьми, вот с этими, которые во второй линии, мы с ними пойдем на 6 уровень. С этими людьми на 7 уровень. И вот уже с этими людьми, которые у нас будет 81 человек, мы с этими уже людьми пойдем на 8 уровень. Я думаю, это понятно. И для меня вот уже это стало, ну, как правило, как правильно нужно построить структуру. В любом случае, в первые 2 недели вот эти первые
первый, второй и третий уровень выйдут на первый уровень где-то выйдет на двадцатку, второй уровень выйдет где-то на десятку эфиров, и третий уровень у нас где-то получит по 5-6 эфиров. Я думаю, это всем должно понравиться. Пока на этом заканчиваю. Если у вас остались вопросы, обязательно их задавайте.